Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! Нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Мутантское отродье. Они взорвались! Это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Thank you.
После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман.